с утра, продуваемся, чистимся, готовимся к работе. Как только агроном дает добро, все, включаемся в работу. Стараемся убрать все чисто, качественно, без потерь. И так ежедневно с утра и до 10 часов вечера Василий и его коллеги обмолачивают ячмень. Очищенное зерно сыпают в КАМАЗы, а дальше культуру увозят. Так идет заготовка кормов. Трудного ничего здесь нету вообще. А интересно, это тоже интересно. Сельское хозяйство всегда интересно во всех направлениях. И уборка, и вспашка. Кому как. Мне вот нравится на комбайне убирать зерно. Это хлеб же. Обмолот. Интересно, как все. Сам процесс интересен вот этого обмолота зерна из колоса. В частности, этот сорт ячменя «Мессина» на протяжении многих лет показывает стабильность, высокую урожайность и качество. Отличительная генетическая особенность – крупность и однородность зерна. Пригоден для возделывания в самых засушливых зонах. Всего в Нижнекамском районе произрастает более 6 тысяч гектаров ячменя. Ежедневно порядка 55 комбайнов убирают данную культуру. В смену один комбайн, в зависимости от его марки, может убрать от 15 до 30 гектаров. Всего в районе растет 23 тысячи гектаров зерновых культур. На сегодня уже убрали 4600 гектаров. Убираем это озимой пшеницу, где получаем мы пока около 27 сетнеров урожая. От ячменя около 30 сетнеров пока. В целом горох от 1700 гектаров намолотили 700 гектаров, от 1300 гектаров намолотили 300 гектаров. То коров, конечно, 9 сетнеров только дал. Кроме зерновых, в скором времени аграриям предстоит убрать около 3000 гектаров кукурузы на силос. А затем, примерно в середине августа, начнется посадка озимых культур. Светлана Шумкова, Булат Абдульманов, новости НТР.